Власти Германии помогут бывшим воспитанникам детских домов ГДР. Для создания такого фонда правительство ФРГ и федеральные земли, входившие в бывшую ГДР, выделили 40 миллионов евро. Сотрудники фонда помогут бывшим воспитанникам восточногерманских интернатов получить психологическую помощь и найти свои документы в архивах. Решение создать подобную организацию было принято после рассмотрения доклада о жестоких методах воспитания в детских домах ГДР, после чего многие воспитанники не нашли свое место в обществе и не могут избавиться от психологических травм. В ГДР существовало более 500 государственных детских домов. С 1951 года власти начали разделять эти учреждения на те, где воспитывались нормальные дети, и те, куда отправляли трудных.